Вниманию представителей СМИ и общественных активистов, Службы безопасности дорожного движения, Департамента общественной безопасности, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан объявляет общенациональный челлендж с хэштегом «Соблюдайте правила». По пропаганде безопасного движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием пешеходов и детей. В челлендже также могут участвовать представители СМИ и сотрудники информационных служб министерств и ведомств. Видео, посвященное пропаганде безопасности дорожного движения, должно быть не более 30 секунд и отправлено на этот телеграм-бот, оставив свое имя и номер телефона. Видео, отвечающие вышеуказанным условиям, будут размещены в телеграм-канал Службы безопасности дорожного движения. Обладатели видео, набравшие наибольшее количество лайков, будут награждены ценными призами. Видео на челлендж будут приниматься до 25 декабря, а победители объявят 30 декабря текущего года на телеграм-канале Службы безопасности дорожного движения. Приглашаем всех представителей СМИ и общественных активистов принять активное участие в челлендже.